Всех приветствую на своем канале Мир Биткоина. Сегодня хочу с вами поделиться очень интересным проектом под названием GiveCoin. Как вы видите, я сейчас нахожусь на их официальном сайте. Данный сайт выполнен очень хорошо, потому как есть все необходимые языки перевода данных, данного проекта. Как вы видите, что пресейл уже начался. Сейчас вы можете купить токены и получить 30% скидку. Вот. Ну а я вам расскажу подробнее, что же это за проект. GiveCoin выступает за игровой инвестиционный фонд, фонд поддерживается уже работающим букмекерским веб-сайтом VitaBet.com. Вот. VitaBet.com — это полностью функциональный и регулируемый сайт азартных игр со всеми популярными играми, такими как ставки на спорт, казино, лайв-казино, ставки на события, киберспорт и виртуальный спорт. Больше никаких пустых обещаний и фальшивых слов. Инвестируй в реальные токены с реальным проектом, который управляет команда профессионалов и экспертов отрасли. Здесь также вы можете посмотреть официальные ролики данного проекта, вот, и в принципе всю видеогалерею по поводу GiveCoin. Вот. Покупка GiveToken на ICO позволит инвесторам участвовать в уже существующих прибыльном бизнесе, который находится в начале устойчивого и долгосрочного роста. Также владельцы GiveToken будут получать 80% годовой прибыли VitaBet, то есть один раз в год. Здесь можно посмотреть информацию именно подробно о токенах. Вот, токены будут выплачены и немедленно отправлены на ваш кошелек Ethereum. Вот, общее количество доступных токенов будет 300 миллионов. Вот, цена 1 Ethereum за 10 тысяч GiveCoin. Вот, минимальная покупка 0,1 эфир, а максимальная покупка, то есть без ограничений. Пресейл начался 22 февраля 2018 года, продажа будет 16 марта 2018 года. Как вы видите, принимаемые криптовалюты — это Ethereum, Bitcoin и Litecoin. Максимальный будет кап 5000 эфиров, 24 тысячи эфира, а минимальный будет 5000 эфиров. Вот. Также здесь партнеры данной компании. Вот. То есть данный проект может спокойно говорить, что у них уже есть рабочий продукт. То есть на данном этапе уже развлекается в азартных играх более 20 тысяч активных пользователей. Вот. Пока другие строят идеи, данная компания уже выпускает решения. Как я уже говорила, вы можете делать ставки на спорт, киберспорт, виртуальный спорт, казино, то есть и многие другие вот ставки. Также вы можете увидеть распределение и использование GiveCoin. Вот сколько всего будет. Как я уже сказала, на pre-ICO 9%, ICO 80%. Вот, и также на баунти вот здесь все расписано подробно на данном сайте. Также выгода. Здесь бы я хотела остановиться вот и рассказать более подробно. Как вы видите, что здесь есть цифры активных пользователей. Они достигают суммы, которую вы видите на экране. Общая прибыль вот 450 миллионов долларов. Вот. Также прибыль с токена, прибыль с GiveToken. Вот. Даже можно рассчитать тут, если вдруг вас интересует такая информация. Вот. Также биржи-партнеры. Данная компания ведет переговоры с крупнейшими криптовалютными биржами для листинга GiveCoin. Вот здесь можно посмотреть дорожную карту данного проекта. Вот, то есть в 2015 году уже была бета-версия букмекерского сайта. Также в 2015 году в мае было уже запущено. То есть, и в принципе по частям. То есть, часть вторая, вот, 18-й год, то, что идет сейчас, в принципе. И часть третья, то, что к концу 2018 года ожидаемый охват аудитории — 1 миллион пользователей, благодаря которым мы находимся среди 20 лучших букмекерских сайтов мира. Вот команда. На фоне вы видите компании VitaBet, советники. Вот. Также хочу вам показать
техническую документацию. Она англоязычна, состоит из 40 страниц. Вы можете, в принципе, прочитать ее, ознакомиться более подробно. Вот здесь все хорошо расписано. Перевести, конечно же, для ваших удобств на тот язык, которым вам будет читать удобнее всего. Также я хочу вам подсказать, вот есть Bitcoin Talk ветка, здесь вы можете писать в эту ветку все интересующие вас вопросы, обсуждения с людьми, которые имеют непосредственно к этому отношение, либо же люди, которые уже являются пользователями, либо же покупают токены, либо же планируют их приобрести. То есть высказывать также свое мнение по поводу данного проекта, потому как я считаю, что проект довольно-таки перспективный и имеет хорошее будущее, так как наша сейчас повседневная жизнь стала затрагиваться таких тем, как, конечно же, игры азартные, казино, то есть ставки, все это очень сейчас популярно. Вот поэтому я считаю, что данный проект, уже существующий, еще раз отмечу, в принципе, будет довольно-таки перспективным. И я думаю, к 2018 году, так как они к окончанию 2018 года, так как они поставили себе цель, чтобы их приложением пользовалось более миллиона человек, вот, я, в принципе, думаю, что если уже сейчас на данном этапе 20 тысяч, то, я думаю, как к концу года они достигнут поставленной цели. Также подписывайтесь в социальных сетях, таких как Twitter, читайте обновления, вот Facebook и, конечно же, Telegram. То есть уже есть люди, которые заинтересованы в этом, которые ведут активно беседы по поводу данного проекта. Вот. Ну, а я вам спасибо говорю за мой видеообзор, за просмотр. Вот если вас интересуют какие-либо вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!